Лучшее оборудование и сильные педагоги. Уже совсем скоро в Новой Самаре начнут строить школу, которой нет аналогов в России. Для возведения объекта разработали уникальный проект для конкретного микрорайона. Новая школа будет рассчитана на 1200 мест, дети смогут учиться в одну смену. Февраль 2021 года – это завершение строительства, то есть мы планируем, что к 1 сентября 2021 года школа будет абсолютно готова и учебный процесс будет начат. У местных жителей и городских властей не осталось разногласий по строительству дороги. Кроме того, самарцы не стали протестовать против вырубки деревьев. Это необходимо для того, чтобы расчистить площадку под учебное учреждение. Деревья мы с вами можем посадить всегда. К огромному сожалению, школу мы не всегда с вами можем построить. У нас с вами есть уникальная возможность, подкрепленное финансирование всех бюджетов на строительство действительно качественной, хорошей школы. Инициативная группа поддержала Елену Лапушкину. Местные жители поблагодарили мэра за плодотворную работу и чуткое отношение к проблемам горожан. Мы бы хотели сказать спасибо за ваше внимание к нам, что вы к наши просьбы, чаяния всегда таким большим коллективом обрабатываете. Нам это тоже, как жителям, очень приятно. Мы видим ваш отклик от властей, чувствуем вашу поддержку. Спасибо. Напомним, что дорогу в Новой Самаре должны построить до конца 2019 года. Школу сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Молодых мам с детьми также интересовал вопрос медицинского обслуживания и строительства детского садика в микрорайоне. Мэр Самары пояснила, что эти вопросы сейчас прорабатываются совместно с областным правительством. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.